Челюсти по-нижегородски. Молодой человек у подъезда набросился на девушку и откусил ей нос. Гражданин совершенно голый с шприцом в половом органе. И так получилось то, что он на меня напал и прокусил мне нос. За что молодой человек отомстил девушке? Об этом и не только в 7 вечера в программе «Кстати, на че?».